Итак, всем доброго времени суток. Мы продолжаем прохождение Манхэттена, охотник на человека, здорово по Шенди пацанячек. У нас на счету и 13-я серия, и 13-й эпизод, который называется «Море нытья», то есть «Море слез». Нажимаем. И стульчик, похожий как стульчик из The Evil Within первой части, когда Себастьян прокачивал свои навыки. You're my big ugly Alice, so go on, follow the white rabbit. Это что? Что это такое? Что это сейчас, блядь, было? Так, итак, у нас с вами, кстати говоря, на удивление осталось оружие с прошлого эпизода, которое мы взяли. Помните, мы дробовик взяли? Дробовик. И оружие осталось. Прикиньте, представьте себе. Я вообще думаю, что как бы смысла нету их убивать скрытно. Лучше убить их, ну, с дробаша. Будет неплохо так. Чё это? Патроны для... А, патроны для дробовика, реально. Ах ты. Ах ты, блядь, иди нахрен. Да иди нахрен, долбоящер, блядь. Придурок. Чё за хрень, блин? Вы это видели просто, блин? Ну, давайте еще раз попробуем. Что-то быстро мы просрали, как-то слишком быстро. Я даже ничего понять не успел, блин. Капец какой-то, народ. Давайте по-быстренькому надо реагировать, короче, чтобы это все было. Давайте по-быстрому, блин, с этой хрени. Сейчас мы тут где-нибудь встанем, чтобы это обороняться от них всех. Чтобы тут день встать за углом, чтобы это обороняться. Так, не, это вроде бы с оружием ближнего боя, вроде бы как. Просто я лоханулся с леганца, ну вы не обессудьте, бывает такое, это тоже открыто. А вот тут, кстати, две комнаты с аптечками есть, две комнаты аж, народ. Не, я буду только с огнестрела, чтобы побыстрее пройти. А то мы так будем мучиться 2 года. Блин. Мне уже страшно. Они набегают со всех сторон. Ну, типа, смысл их реально мочить скрытно, если у нас огнестрел есть. Тем более, если у нас огнестрел, а у них оружие ближнего боя. Ну так как бы можно пройти, но это будет очень долго. А я хочу быстрее уже эту игру пройти. Уже и все. Потому что я уже устал. Я уже и так записываю каждый, блядь, день. Каждый день записываю. Потому что пока свободное время есть. То есть не как бы свободное время. Свободного времени это как раз таки не особо-то оно и есть. А пока есть возможность, лучше проходить быстрее и, собственно, с огнестрела, да, именно так. А куда дальше-то идти? Я запутался. А, наверное, туда, точно. Сюда, наверное, пойти. Ага, нет, не сюда. Опять какое-то так. Значит, давайте смотреть сразу же. Заходить в меню. Следуйте за кроликом до блока камер. Так, готовь. Вот, надо... Ну и что, где этот кролик? Я до сюда, в принципе, не доходил, когда играл. Я же говорю, я эту игру не проходил никогда. Это вот сейчас первый раз, я надеюсь, что ее пройду. Я доходил до этого момента, точно не доходил, как и до прошлого и до позапрошлого эпизода тоже я не доходил. Следуйте за кроликом. Где мне что искать, кого? Нет тут никакого кролика, вы что? И что делать? Что делать-то надо? Вроде как я посмотрел в меню, что делать, следуйте за кроликом. Где его искать, этого кролика? Я вот, к примеру, не понимаю, где кого что искать. Может быть, где-то он... Может, он в шкафу сныкался, может, он спрятался, может, его надо достать.
Не, ну там точно ничего делать. Может быть, он где-то здесь сидит. Я фиг его знает, народ, я не понимаю. Тут даже, кстати, батареи есть с обогревателем, ничего себе. Нормально такие, камеры такие хорошие. И чё? Чё дальше-то? Чё дальше-то делать? Надо, может, какой-то из этих камер сидит, просто я этого не вижу, может быть. Может быть и так, кстати. Может быть и так. Ага, нет тут никого. Ужас, все, капец. Так, ну понятно. Там в этой комнате, из которой мы начали, есть какой-то рычаг. Такой незаметный, не бросающийся в глаза рычаг, который нужно поднять, чтобы открыть дверь. Да, представьте себе, то есть вообще, по сути, рычаг не бросается в глаза. И вот, что его поднять надо, вот, блядь, не так-то просто догадаться, учитывая, что в меню написано «Следуйте, блядь, за кроликом». И не написано «Опустите рычаг», чтобы понять, что нужно найти рычаг, блядь, и опустить. Короче, писец, народ, я не буду. Без комментариев, просто проходим дальше. И все. Вроде бы уже линейный путь пошел, Так, вот, следуйте за кроликом, вот тебе и кролик. Вот тебе и кролик. Так вы его убивайте, а не меня, чего меня-то убиваете? Его убивайте. Ох. Да блин. Не нафиг, я тебя убью. Все. Все, попались. Которые кусались, блин. Вот тут вот, благодаря автоприцелу. Что? Чего? Нужно обратно бежать, мне хп нету. Мне обратно нужно, срочно. Тут вот хп есть, отлично. Еще там есть аптечка, кстати. Какой-то из тех комнат. Вот он еще аптечка. Еще обезболивающее, отлично. Ты охренел, блин, сюда забежали, блин, твари вообще охреневшие. Взяли уже сюда забежали. У них же определенная эта самая зона, где они могут бегать. Они аж сюда забежали, капец какой-то. Реально, народ, это ужас, блин. Видимо, у некоторых врагов зона не ограничена, и они могут хоть ко мне домой забежать. Не дай бог, конечно. Так, дробовика у нас уже максимальное количество, поэтому мы уже не можем ничего брать. Кстати, можно брать дробовик вот у них, и это будет в итоге не сам дробовик второй, а именно патроны от дробовика. Тогда нахрена же сделали конкретно патроны? Я же видел, в начале игры были взять патроны. То есть тогда бы лучше бы сделали как? Положили бы вверх них не дробовик, а патроны от дробовика. Как вот Resident Evil 4 там той же самый. Там же, когда ты находишь, ты же не сам пистолет находишь, а патроны от пистолета красненькие. Короче, непонятно, Пашенья. Вот объясни мне эту хуйню. Зачем дробовик положили сверху от него, а не патроны от дробовика? Это же, блин, так бы тоже такая мелкая особенность. Так, тут у нас какое-то... Что-то вообще непонятно, что это такая... Что ли... Большая микроволновка. Похоже на большую микроволновку какую-то непонятную. Так, ладно. Давайте, пошлите. Еще обезболивающее. Быстрее бы чекпоинт бы дали бы, конечно. Чтобы мне не перепроходить потом. По 150 миллионов раз. Мы же здесь были же уже. Блин, народ. А, здесь не были. Так, коктейль Молотова. Ну, типа, какая разница. Хотя давайте, ладно, меняем. Будет бутыль у нас, а не коктейль Молотова. Так, а тут у нас какой-то квест для испытаний. Вот, кстати, локация похожая как на локацию из The Evil Within. Вот, зло внутри. Вот, да. Ну, злые капли. Капец. И, блин, реально похожие локации вот тут прям идут. Ну, понятное дело, и это хоррор, и там хоррор, The Evil Within тоже хоррор. Поэтому и локации похожи непосредственно. Все теперь понятно. Так, давайте сюда пройдем. Здесь у нас недоступно. Тогда пройдем сюда. Куда же еще? Больше некуда. Так, что у нас тут? Ага.
Вот мне не нравятся вот такие вот места, где вот вроде бы все тихо, 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 гладко, и, блядь, потом ты думаешь, ну тут тихо, вообще спокойно, бежишь себе, и бац, блядь, из какой-то жопы, из Жапинска вылезают все враги, и тебя атакуют. Ну я вот об этом говорю, ты на кто-то к гадалке не ходи. Ну ты к гадалке не ходи, вот сейчас повнимательнее, давайте. Убейте патрульного охотника и отправляйтесь в аппаратную. Да без проблем, что убивать? Че его убивать-то? Делать нечего убивать. Вот там патрульный охотник. Способ, что там тебе искать? Я тебе и так все, что хочешь. Давайте дробаш возьмем. С дробаша лучше вблизи стрелять. Сдалека с дробаша смысла стрелять нет. Будет дамаг. Дамаг маленький будет, народ. Вот, кстати, уже контрольная точка, только она закрыта, дверь. Такие дела. Так, тут не спешим. Я не хочу на последнем моменте проиграть, блин. И опять сначала начинать. А вот и тут тоже чекпоинт. Смотрите, два чекпоинта есть. Ну, хорошо, чё. Даже можно сохраниться, да. Да-да-да, вы гляньте. Опять какие-то камеры, блин, как вот в прошлом эпизоде. Вот, патроны для дробовика. Даже двое. Ну что такое? Че тебе надо? Че тебе надо? Че тебе надо? Че тебе... Чего, блядь? Че происходит? Че происходит? Кто стреляет? Кто у нас такой... Такой смелый? Ты охренел? Кто стреляет? Так, я что-то не понял юмора. Выходи! Сука! Ладно, мы тут совсем недавно начали, поэтому смысла вырезать нету. Мы тут совсем недавно начали. Это какой-то бред, народ. Что происходит? Давайте, короче, спрячемся, чтобы они нас... Короче, тут враги. Вот сейчас будет просто натиск врагов, нужно просто держаться. Вот это без огнестрела. Иди сюда, сыкло. Первые без огнестрела, вторые с огнестрелом будут уже, с дробашом и прочее. Все, перезаряжаемся. Давай, беги сюда. Сразу сразу убираем их мгновенно. И все, чтобы они нас не убили. Так, просто их убираем. Тут же их просто надо убрать, я надеюсь. Убейте всех охотников, сидящих за камерой смерти. Надеюсь, это оно так. Дайте с огнестрелом. Пошли, будет розовый, в розовом платье с огнестрелом. Давай, беги уже. Они внизу, вон видно по карте, что внизу. А уже бегут сюда. Перезаряжаемся, перезарядка. Мне уже начинается страшно, когда вот так долго нету, они потом набегают. Блин, мне уже страшно. Так, хорош, не пугать. Ой, сорянчики, народ, бывает. Да ты, сыкло, бегай, блин, вот один остался, кстати, один остался, не знаю. Все, вроде бы их нету больше. Отлично. Я все понял, ты лишь бы отстань только от меня. Лишь бы ты отвалил. Я тебя реально в конце игры, я тебя найду, я тебе пилюлей таких вставлю, то что вот всякую хрень творил. Еще контрольная точка, так. Ты реально заколебал. Так, давайте посмотреть. Доберитесь до мастерской любым путем. У нас так от дробаша патронов дохренища просто. Так. Так, вот, блин, вот нравятся мне финальные миссии вот эти вот, ну точнее не финальные, вот эти последние миссии, которые к концу ведут. Потому что везде с огнестрелом, типа по-быстренькому все проходишь. Без скрытности, без всяких там этой хрени, блин, это же прикольно. Это же лучше, чем когда вот ты выжидаешь,
Когда же его убить? Как же он не супа не спалил вот эту вот всю хрень? Ой, кто тут сидит, кто-то? Давайте на это. А, давайте стрельнем. А, блин. Не быстрее, это, видимо, какое-то высокопрочное стекло. Из какого-то прочного, видимо, металла. Да вот обезболивающее. Неплохо. Нас закормили просто. А, вот он, вход. И что нам с ним делать? Взять мы его не можем. Короче, это просто как типа текстура. Да, вот, конечно, через нее, видите, проходит. У него нога в его ноге. Это, видите, текстура просто. Просто обычная текстура. Лучше дробовик подальше на всякий случай. Вот-вот почему дробовик. Вот на этот всякий случай. Вот это вот и есть всякий случай, который я имел в виду. Так, что у нас тут? Может, сюда стоит пройти? А, не знаю. Вот патрон дробовика. Тут закрыто, кстати. Ой, такая большая локация. Давайте, наверное, пойдем туда. Сюда сначала, точнее. Это и есть та же самая локация, просто мы ее оббегаем. Да, именно оббегаем. Наверное. А, нет, не оббегаем. Подождите. А что тут вообще другое? Это, видимо, то ли какой-то морг, то ли что-то еще. Ух, фига себе, две аптечки аж, да. Ну, неплохо. Ну, наверное, на харде здесь будет одна аптечка или вообще их не будет. Короче, тут ничего нету, давайте бежим в ту комнату. Нам, собственно, других вариантов нету. Что нам еще делать? Так, давайте осмотримся. Тут вон кролик стоит. You made it! Oh, dear. You see, you didn't make it after all. Кролик тупорылый. Они с дробашами. You are a good leading man. The audience will love you. Да, в смысле? И... что? И что? Мне осталось капелька хпшки. Блин, в того целься, блин, дурак. Вот ты прицеливайся, что ты не прицеливаешься? Че, я должен сам прицеливаться? Алло, у тебя автоприцел будет есть. Ты в своем уме. Тут надо с этого стрелять, с пистолета обычно. Вы еще бы нас не убили. Так, где враги? Так тут есть. О, отлично, тут этот есть. Можно, я-то думал, что они меня заперли. Оказывается, нет. О, хорошо, вот. Что такое? Что происходит? Что происходит, я уже боюсь. Ну вот это на то и ты хоррор, чтоб бояться. Вот. Такая игра, да. Уж. Так куда идти-то? Я тут всех вроде... А, не всех. Вы гляньте. Что у нас есть? А, у нас ничего нет. Нам вот так здравоша убивает. У нас даже нет никаких предметов, чтобы скрытно убить. В этом весь прикол, народ. Я хотел его скрытно убить хотя бы одного врага в этой серии, но видите, тут нет ничего такого, чтобы скрытно убить. Короче, следуем дальше. Вот контрольная точка очередная. В принципе, пока неплохо идем. Так, нормальненько. Оглядываемся, разумеется. Может, этот кролик это и есть, этот, который по камере за нами смотрит? Я не знаю, я так думаю, но вряд ли, конечно, но кто его знает. Но все может быть. Это прям вообще мощный дроботан. Только где нам обезболивающие искать теперь? С хп-то мало. Мало хп-шечки, мало хп-шеньки. А вот обезболивающие, отлично. Отлично, нашли обезболивающие. Вон там еще обезболивающие. Давайте подберем. Почему бы и нет?
Да, вот игра, в принципе, я думаю, что по сути атмосфера во всех уровнях одна и та же, то есть темная, такая мрачная, хоррорная. Но локации довольно-таки отличаются, то есть нет таких прям однотипных локаций. Вот атмосфера однотипная, вот согласитесь, народ, атмосфера во всех уровнях однотипная. Угнетающая такая однотипная атмосфера. Но вот именно локации, они по-разному построены, и это видно. Это видно, реально видно, что по-разному построены все локации. Так, тут враг, я вон уже вижу по карте, что враг. И убили кролика. До свидания, как говорится. Ух, ни хрена себе, тут еще враги подбежали. Вражины подбежали, уху. А, это эти наемники, которые нас постоянно забирают. Может, мы их на этот раз убьем и не будем им подчиняться. Может, мы, да? Так, ага, обезболивающее. Короче, нам сейчас нужно, народ, с вами постараться их убить. А то они нас заберут опять. Чего? Кто-то еще постреляет. Я не вижу пока. Никого пока не вижу. Не видно пока никого. Давайте спустимся. Ага, вон. По карте вижу. Давайте, короче, спускаться. Так вообще неудобно будет. Ничего, никого стрелять. Так будет неудобно. Давайте. Это наемники, которые нас постоянно забирают в каждой серии. Пидармод. В смысле? Ах! А! Сука! Их там дохуя! Это... Вы что творите? Пиздец какой-то, блин. И что это значит? Ладно, я перемотаю, потому что это самое. Ну, долго. Итак, попытка номер два. Эти наемники довольно мощные, но они точно помощнее в огнестрельном плане, чем эти вот обычные враги. Это капец, народ, честно признаться. Давайте попробуем их одолеть. Ну, давайте лучше это сделаем отсюда. Потому что, блин, оттуда это слишком сложно. Они мгновенно убивают. Реально, их там спамится. Писец, как много. Блин, жалко, что тут нельзя как в GTA-шках, типа, взорвать грузовики. Такого тут нельзя делать. А, спрятался. Сныкался, скотин. Сныкался, я же вижу, что сныкался. Тут еще какие-то враги. Здесь. Где-то еще вон там враг еще я вижу. Где-то вон там. Только я его по карте вижу. Давайте приглядимся. Я не пойму, где он есть, этот враг. Там еще набегают. Что? Чё происходит? Чё происходит? Все убит. Они спамятся на... А чё делать-то? Добейтесь до ворот и выйти из тюрьмы. А, наверное, это и будет выходом из тюрьмы. То есть, наверное, вот этот выход, это и будет выход из всей этой хуйни, по которой за нами смотрят. Винтовка, точно! Винтовка, вот оно что, народ, вот нам это, собственно, и нужно, винтовка. Нам она и нужна, теперь-то мы увидим этих всех мерзавцев, этих всех гадов, и убьем их уже по-нормальному. Так, пока я что-то никого не вижу. Кто стреляет? Что за фигня? Откуда кто стреляет? А, они там! Они... Стоп, они... Так кто стреляет? Где? Я не вижу. Блять, они попадают еще в натуре. Я не понимаю, народ. Я не вижу. Вот. Теперь вижу. Так, давайте внимательно здесь все осмотрим. И нафиг. Уже подкрался, вы гляньте, мерзавец какой. Уже подкрался. Кто-то у нас там такой меткий, блин. С девушкой таким метким будешь со своей, а не со мной. Я вот вообще, честно, вообще никого не вижу.
Давайте смотреть на... на... ну... на траекторию выстрелов, из которых нас идут, чтобы понять, откуда эти выстрелы, блядь, идут. Вот это самое непонятное. Просто я знаю, что если я... Что если я сейчас спущусь, они меня быстренько убьют, если я спущусь. Кто поднимается, вот уже я же вижу, чувствую, что поднимается. Давай, давай, поднимайся. Пока только ты же четверых. Сейчас он поднимется, я его убью. Давай быстрее, поднимайся, черепаха. Ну что так медленно? Ну ты серьезно? Давай я побыстрее сейчас спущусь, побыстрее. Все, иди ты. Куда подать? Блять! Только не перезарядка, только не сейчас! Ёбаный дебил, ты прикалываешься, что ли? Ты перезарядился, когда нельзя перезаряжаться, блин. Иди сюда, сыкло. Все, пошел в жопу. Не, давайте возьмем, короче, сейчас пока дробаш. Где дробаш? А, блин, его уже нет, он уже исчез, он испарился. А, не, вот он, дробаш. Нормально. Да блин. О, все. Блять! Сука! Блять, лучше бы тут бы сделали контрольную точку, ё-моё. Ключ от ворот тюрьмы. Да, мы получили ключ, а мы в прошлый раз, походу, его и не взяли. Ключ. Так, давайте, знаете, у меня есть один план, что лучше сделать, народ. Как лучше поступить. У меня один план, короче, есть. Мы ждем их, наверное, давайте здесь подождем. Прямо у входа, и будет нормально. Так, в принципе, почему бы нет. Они будут сюда забегать, и мы отсюда прям будем их всех, сам, мочить. Нужно просто их подождать. Ну, думаю, это хороший план, в принципе. Если они не будут постоянно респауниться, как враги из прошлого эпизода, тогда все будет, в принципе, замечательно. Вот он бежит один уже. Сейчас мы его замочим. Давай. Все, так будем каждого мочить. Нормасик будет. И нормасик будет он топовый. Просто если я выбегу, тут спрятаться так-то страшно. Потому что тут такие места все обстреливаем, кроме вот этого места. Да, вот она бежит, все. Сейчас второго убьем. Ага, отлично, сейчас второго дебила убьем, генератич. Ах ты скотина, где попал один раз? Скотина. Из чего у нас еще аптечка наверху одна есть? Давайте посмотрим, откуда они вообще стреляют, в принципе, так. Я пока не вижу. Просто мне нужно найти место, в которое я могу спрятаться так, чтобы они меня с другой стороны не попали. Еле поймал, я его пропустил, его, блин, взглядом. Капец. Так. Кто-то вон там еще сидит, только не вижу никого. Давайте постучим. Бутылочку кинемся. Чтобы привлечь их внимание. Они меня, походу, видят. Но есть дебилы, которые идут за мной, а есть дебилы, которые не идут. Вот он, еще пошел. Только не говорите, что у них этот бесконечный спаун просто врагов. Скотина, блин, попал, вы гляньте. Я же внимательно стрелял, что за бред. Возьму обезболивающий. Здесь там его хватит. Это надеюсь. Я уже начинаю что-то уже бояться.
Они не заканчиваются. Вы посмотрите, их там трое, вот сейчас четвертый идет, да? Вы гляньте, вот сейчас идет четвертый, понимаете, да? Давайте так сделаем. Да как ты, блядь, попал? Я же скрылся, блядь, долбоёб. Я ничего не понимаю, блядь. Вас уже там было. Так что делать? Дебит, строит, выйти из тюрьмы. Может, сейчас скрипт срабатывает? Я хрен его знает, народ, я ничего не понимаю на самом деле. Может, отсюда и бежать. Не знаю, что делать. Давай быстрее. Давай быстрее, дебил, блядь! Долбоёб! Дебил, нахуй, блядь! Ты мог бы вырваться оттуда, блядь! Пидорас, блядь! Придурок, сука. Капец, народ, реально обидно, блин. Реально, писец просто. Давайте по-быстрому сделаем сейчас скрипт. Да, они в бесконечности спамятся, короче, враги. А, нет, их определенное количество. Короче, нет, их определенное количество, они не до бесконечности спамятся. Итак, попытка номер, не знаю, там какая уже по счету идет попытка, я уже замучился считать. Я, это реально сложная, народ, миссия. Она не такая сложная в начале, как сложная в самом конце. Давайте поменьше комментарий, побольше дела. Потому что тут лучше с винтовки всех замочить. Сука, он попал, блядь. Аптечку возьму. Перезарядка. Блин, я боюсь, честно. Может вам признаться, я реально что-то мне страшно. Да я б тебе и так в голову попал, блядь, сморчок ты. Ты грёбан. Что тебе еще надо, блядь? Когда оно закончится винтовка, нам придется выбегать наружу и брать дробатан, народ. Я вам так скажу. Блин, встать ты уже в одно место. Блин, на них два патрона на каждого нужно. Чтобы убить, нужно два патрона. Иди, давай, выбегай сюда, сморчок ты, грёбаный. Слово такое интересное, сморчок. Блин, 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 блинский. А! Я в него не попал. Скотина! Уйди, ты ничего не сделаешь, блин. А, мы дрободан не взяли. Все, дрободан взяли. Да. Сейчас они будут забегать сюда. И мы их, наверное, прямо отсюда и это и убьем. Надеюсь, что мы убьем, потому что они вечно набегают и начинают первыми стрелять. Это меня бесит. Это рили бесит, народ. А чтобы мы убили их первее, нужно, чтобы у них хотя бы оранжевым был. Потому что они так меньше взволнованы, когда оранжевые. Ну где? Давай, забегай уже сюда. Отлично. Хедшот нахуй тебе, падла. На тебе хедшотик, падла, как Капинов говорил. Так, давайте. Спустимся ниже. Там есть еще аптечка, но до нее надо, блядь, дойти. В этом весь прикол. В этом весь прикол. Так, давайте, наверное, бежим. Вот она, аптечка. Чтобы хоть какое-то облегчение было у нас с вами. Где этот дурак? Я никого сейчас пока не вижу. Есть враг, вон, видно, что враг. А в него нет прицела. Ну вон же показано, что он здесь. Что за бред? Где враг? А, я, кажется, знаю, где он, народ. Он, наверное, здесь. Да? Или нет? Не, его тут нету. Блин, а где он? Показывается враг, а его нет. Что за бред? Ну нет так нет, что я туда побежал.
На этот раз я надеюсь, что я открою эту гребаные ворота и типа писец. На всякий случай возьмем аптечку, мало ли. И дрободам приготовим. Открываем и сразу убегаем мгновенно. Быстрее. Пока нас враги не занимают. Все. Еще открывается полгода, блин. Слава богу. Мы тогда были уже на самом крайнем. Писец. Капец, прошли 3 звездочки, блин, дали. Ужас, народ, я в прошлый раз уже был на конце миссии этой, блин, и проиграл резко. Пока эти ворота гребаные открываются полгода. Вот как вот, знаете, вот пример приведу быстренько. Лифты, вот эти новые лифты, которые построили в новых домах, новые лифты, они так долго закрываются, так долго открываются. Вот старые лифты были старые, вы помните старые лифты 90-х? Нулевых лифты, они открываются раз, закрываются два, а эти, блин, остановился, еще подождет секунд, блядь, 10, только тогда начинает открываться, только тогда закрываться через 20 минут, блин. Короче, ужас. Это был 13 эпизод, это был давайте сохранимся. Капец, народ, я прям в шокере. Сохраняемся мы в 5 эпизод, питаем мы злобы, нам уже с ним ничего не светит, с этим эпизодом. Так, сохранить. Все. Следующий, 14-й, наверное, более сложный эпизод. Я что хочу сказать, что в этом эпизоде даже именно вот конец был самый сложный, когда появились наемники. Это было гораздо сложнее, чем когда были обычные вот эти вот враги. Это капец. Те, они более расторопнее, у них оружие мощнее, они двигаются быстрее намного, вот эти вот наемники. Это капец, народ, честно вам признаюсь. Это капец. Ну, у меня есть мечта. Ну, в качестве это самое, чтобы быстрее найти этого гребаного дебила, который по камере смотрит и разговаривает с нами, и его, блин, бать ему быстрее. Вот, будем надеяться, что так оно, в принципе, и будет. Ну что же, я желаю вам успехов, желаю вам удачи, пока по Шенди, пока всем остальным. И увидимся уже в следующем, в 14-м эпизоде Manhunt Охотника на человека. Всем успехов, всем удачи, всем пока. Да иди нахрен, долбоящер, блядь. Придурок. Сука! Ах... А! Сука! Их там дохуя! Вы чё творите? Блядь! Сука! Давай быстрее. Давай быстрее, дебил, блядь! Долбоёб! Дебил, нахуй, блядь! Ты мог бы вырваться оттуда, блядь! Пидорас, блядь! Придурок, сука.